да, 20 минут. 20 минут вы создаете коллаж, и потом вы будете готовы как-то презентовать его, то есть рассказать, что к чему и так далее. То есть коллаж на тему, как вы его будете встречать. Да, как вы его будете встречать, что будет дальше. В общем, фантазия не ограничена. А что? Как вы его встретите? Повод еще. Я должна пришла, как мы его встретим? Ну, видим, как ты знаешь, это стяжка. Ну, типа, привет, на любой дали нам хотелось поздравлять. Все какая концепция у нас газеты, или мы просто так переговорим? Может понять, где проходил презентация? Например, вот здесь. А это где? А, ну, кстати, да. Вариант, да. Ну, это можно охарактеризовать игры. Девочек. Это... О, я
Я имею в виду по расам. Мы сегодня еще раз не скажем. Скажите, что это пришло вам. Можно я всегда буду. Я считаю, что можно так маленький был логотипчик вниз сделать, это туда обращаться после всего вот этого. А вот есть большое слово «ты»? Большое. Нет, но можно найти букву «Т» и «А», ножницы, дырки здесь. Вырезки книги. Еще одна. Потом дашь мне? Просто праздник какой-то. Берешь так ты? Есть надпись голубой. Надо, нет. Нет. Ты берешь, короче, вот так вот, чтобы жопу себе взять, а под ней знаете что? О, ну-ка, под этой. Есть вот такая большая буква О, черная. Да, тяну, точно надо. А потом еще не нужно ли найти? Там? Да, хорошо. Так, да, это... Спортивную победу. Ну, надо же сначала повеселиться. Нет, смотрите, сначала, короче, много жоп, вот здесь вот так вот, а потом дальше, хотя мне нужны, да, типа ты победил там, и вот и переключим тему на то, что он победил, там, победу, все. Буквально так, как ты не хватает. Надо, чтобы человек больше ничего не видел. Не, почему? Я ну, видел, есть небольшой переход, что надо? Пожалуйста, да, все. Хорошо. Можно немножко? Быстро. Ладно. Что потом после жопы? Все эти узы ждут,
А может по поводу соревнования, чтобы отметить какой-то этот, ну, действительно спортивный дух, что у него были какие-то соперники какие-то. Ты считаешь, что жопа недостаточно отмечает спортивный дух, да? Нет. Ты не считаешь, что не отмечает? Тогда это неуважение. Я и не считаю, и не отмечаю. А, ну ладно. Давайте клеить тяну. Давайте клеить тяну.
Тян, давайте пьем. О, не-не, подождите, давайте так, типа, Тян, подождите, давайте вот еще какие-то поищем, там, допустим, не знаю, Тян, Лен, ты, плохо, там, не знаю. Так слушай, он победил. А потом, да, а вот здесь вот, а в конце, но зато ты победил. В конце привяжи. И вот это все должно быть. Так можем его привязать. Давайте, да, пожалуйста, дайте вот ту жопу, которая серая, вот та, вот, нет, там, вот это вот. Нет, это не жопа. Какая-то жопа была. Вот все здесь она была наклеена, вот это жопа. Реально, давайте вот здесь. Нужно счетчик, сколько раз произнесло ваше отношение. Я понять можно. Ну, вот так. Вот так.
нужно, там были же буквы Н и Е, почему их не приклеили к творцу? Я должен одна цвета и приезжать. Ну вот, доклеиваем уже новые картинки, там не подбираем, просто. Да, то есть доклеиваем на доклейку 5 минут, дооформляем и готовимся к презентации. 5 минут. Вот. Надо тут звезду. Нас задавили, пришли с собой.
Друзья, осталось минута. Слишком много эмоционалов. Надо тогда что-нибудь еще написать. Спасибо. Нам нужно как-то Серега. Да Ника не папа. Может, часы? Может, подарок? Подарок? Можно вырезать снова. Давай. Да зачем? Вот это брать ничего. Вот, давай, баба, где ножницы? Ну, а теперь руку надо по дороге. Где хвост? Вот. Баба, где хвост? Лезай, лезай. Тут ноги без рук. Так ты обрежешь без рук. Давайте все уже, да, совсем заканчиваем. То, что не наклеено, уже не наклеится. Уже не наклеится, да. А так не наклеится. А это что упало? Господи, какой красивый. Нет, это презентация. Тоже записываю. Нет, это не видно. А, 40 тенге.